Привет, прогрессивные друзья, это истинный следователь. Большой обзор чая Ахмад Classic Black Tea. Он херовый, ультра-херовый. У него дурацкий запах, мало аромата. Когда он заваренный, он кое-как тянет на простенький чай. Стоит там около 100 рублей, может быть, дороже. На самом деле, просто хламин для рабов. Вот такой вот чай. Так, сделаем, где он сделан. Сейчас посмотрим. Англия, может быть. Нет. Типа марка английская. Вот где он сделан. Московская область. Поселок птицефабрики. Отвратительный. Никакого отношения к тому Ахмаду. Десятилетнему не имеет. Вот был нормальный чай. Не элитный, но нормальный. Это просто санина, говнина московская ебучая. Вот в этом и виноваты бандиты, воры и царь воров и убийц. То, что за 100 рублей продает говно, которое стоит 10 рублей. Ну, в общем, все. Сам он такой. Да, даже пахнет не очень. Всем пока.